Топ-менеджер балета Аллы Духовой «Тодес» отметил Новый год стрельбой из автомата. Полицейские нашли около 200 стреляных гильз от Калашникова прямо на крыше театра «Тодес» на проспекте Мира в Москве. Как сообщил источник Life, Антон Кись патронов не жалел и отстрелял целых 7 рожков. О происшествии, которое произошло 1 января, рассказали жильцы соседнего дома. Нам удалось пообщаться с коллегами Антона. Они подтвердили, что технический директор «Тодеса» действительно запустил на крыше праздничный салют и попутно сделал несколько очередей своего автомата. Однако большой беды в этом сотрудники не видят.